Забыл. Я Кай. Рад знакомству. Шкварку? Кто называет ребенка Малакай? Они словно ждали, что я буду злым. Не все умерли. Я питал слабость к одной из сестер, иначе я бы вырезал ей легкие, а не только селезенку. Так, заканчивай. Что, уже достал? Начинай мне объяснять, кто ты, что ты и откуда, или я вырву тебе глотку. Гнев тебя до добра не доведет. Выпивка тебя успокаивает. Спасибо. Потом ты злишься, потом опять успокаиваешься. Странный цикл. Хочешь знать, почему я слежу за тобой? Я хочу тебя убить. Эрбена в бурбоне. Вот так сюрприз, да? Ты никогда не дрался честно. Во время игры в монополию ты украл деньги из банка. Нехорошо. Я тебе башку оторву. Нет, это вряд ли. Ой. Становится интересней. Ну а если мы будем работать вместе, то вернемся домой как друзья. Или же я поглощу ее магию, убью вас обоих и уйду один. Выбирайте. Я наложил на нас скрывающее заклятие. Извини, нервничаю. Ты очень красивая. Я взял заклинание, не пускавшее вас в Мистик Фоллс, и просто, можно сказать, слопал. Круто, да? Встретился с местным менеджером. Он такой: ты не можешь сюда войти, мы закрыты. У тебя на плече девка без сознания. А ему: не суди. И подарил ему сердечный приступ. Попытался. Попробовал еще раз, и вновь сломал ему позвоночник. Попробовал в третий раз, его разорвало. Смешно, да? Доброе утро. Носил облегающие джинсы. Вообще неудобно. Почему джинсы такие узкие, если телефоны такие огромные? О, жвачка. Здорово. Я собирался дождаться, пока смерть не разлучит нас, но решил встать на перебор. Так ведь? Соскучил? Ну, не то. Ну, такие... Как будто мне прострелили живот. Мисс Обнимашка? Знаю, ты считаешь меня чудовищем. Я и правда убил или изувечил большинство своих родственников. Ты сказал, что хочешь выбраться, чтобы подвергнуть клан близнецов мучительной смерти. А, это я тогда пошутил. Не знаю, как... буду дальше жить в том мире. Надеялся, что ты станешь для меня положительным примером. Я хочу быть таким, как ты. Мир? Где Елена? О! А разве мы не в прятки играем? Я думал, в этом вся суть. Больно, наверное. А у меня все лучше получилось.